Всем привет, ребят! Вы находитесь на канале Владислав Шиндяпин. Сегодня вам расскажу, как активировать карту с фикс прайса. Вчера приобрел карту фикс прайса. Сегодня у нас 18 апреля 2020 года. Время московское 11:38. Вот, показываю. 18 апреля 2020 год. Время 11:38. Вчера в фикс прайсе приобрел ихнюю карту бонусную. Ее нужно активировать. Активировать ее вы можете либо на официальном сайте FixPrice, либо скачать приложение мобильное. Оно доступно как в Google Play, так и на iOS устройствах. Заходите в Google Play, находите, как вот найти, сейчас я вам покажу. Пишите FixPrice, вот он выдает приложение, вот так вот нужно писать. тысяч отзывов, оценка 4.3. 14 мегабайт всего весит. Скачивайте и регистрируйтесь. Вот карточка, которую мне дали вчера. 55 рублей, по-моему, стоит карта. Вот она карта. Звонок по России бесплатный. Это номер горячей линии. Вот сама карта. Повторяю еще раз, не забывайте подписываться на мой канал, лайк, подписка, колокольчик. Нажимайте на колокольчик, выбирайте все уведомления. А также можете оформить спонсорскую подписку на канал. На главной странице канала есть кнопка «Спонсировать». Нажимаете на кнопку «Спонсировать» и выбираете свой уровень спонсорства. Под каждым уровнем спонсорства справа написано, что вам будет доступно. Чем выше уровень спонсорства, тем больше функций вам будет доступно. Розыгрыши доступны с уровня максимальный и ультра. Ультра и максимальный уровень спонсорства. Только там доступны будут через месяц. Вы оформили спонсорскую подписку максимального или ультра уровень, то через ровно через месяц я буду проводить розыгрыши. За неделю до месяца я буду делать оповещение в разделе сообщества. Может быть больше, может быть меньше. Примерно ориентир неделя до месяца. А в разделе сообщества я буду делать опросы, что именно вы хотите получить, что именно разыгрывать. И только спонсоры максимального и ультра уровня могут принимать автоматически участвовать в розыгрышах. А также в будущем будут розыгрыши для обычных подписчиков. Но для того, чтобы проводить розыгрыши для обычных подписчиков, нужно больше аудиторию собрать. Нужно 3-4 тысячи подписчиков примерно. Плюс активная аудитория онлайн. То есть на стримах должно быть минимум 20-30 зрителей. Как минимум средний. Так что приводите своих друзей, подписывайтесь на канал, просите их подписываться, чтобы постоянно заходили на стрим, ставили лайк. Тогда я смогу, если будет минимум 30 зрителей, средний показатель на каждом стриме, то смогу делать розыгрыши для обычных подписчиков. А для эксклюзивных подписчиков, кто оформляет максимальный и ультра уровень спонсорства, там уже отдельные призы будут. И они будут в разы чаще. А также у вас преимущество будет в чате. То есть эмодзи и значки, то, что не будет доступно обычным подписчикам. Вот приложение FixPrice на Android, Android 9.0, телефон Asus Zenfone Max Pro M1, стоимостью 15 990 брал, сейчас на рынке он стоит в интернете 12-13 тысяч, даже 11 тысяч уже стоит. Сейчас уже вышла новая модель там. Вот, нажимаете установить, устанавливаете приложение FixPrice. Вот здесь вот у нас карточка. Такую вот дали. App Store и Google Play. Вот карточка. Скачайте мобильное приложение FixPrice. Зачем нужна карта FixPrice? Карта позволяет накапливать баллы, оплачивать ими покупки, экономить деньги, участвовать в специальных акциях и получать выгодные предложения от FixPrice.
Карту необходимо предоставлять на кассе каждый раз, когда вы решаете воспользоваться ее возможностями. Как начать пользоваться картой FixPrice? Зарегистрируйте карту на сайте fixprice.ru и подтвердите свой номер телефона. Как узнать об акциях и предложениях для владельцев карт FixPrice? Всю информацию можно получить на сайте fixprice.ru. Полные правила и обратная связь. Знакомьтесь с полными правилами и задать свой вопрос можно на сайте fixprice.ru. Установили приложение. Так вот, оно теперь у нас появилось. Я его перемещаю. Нет, не сюда. Не сюда. А вот сюда. Потому что у меня здесь все карты хранятся. FixPrice заходим. Разрешить приложение доступ к местоположению вашего устройства, чтобы видеть актуальный ассортимент, цены и ближайшие к вам магазины FixPrice. Разрешить. Разрешить. Зарегистрировать карту. Номер карты. Вводим свой номер карты. 6 4 8 6 4 8 775 775 422 422 3 4 71. А также придумываем пароль и повторяем пароль. Я не знаю даже, какой пароль должен быть. Не менее 9 символов. Угу. Тогда даже не знаю. Интересно, русские буквы можно использовать? Русские нельзя, понятно. Русские буквы использовать нельзя при вводе пароля. Лучше вводить, допустим, имя с большой буквы, первую заглавную большую букву, а потом уже цифру. Любые цифры, там дату рождения, там, не знаю, номер паспорта, там еще чего-то, ну, можете придумать и записать. Пароль не забывайте записывать. Номер карты у вас есть на карте. И пароль вы его записываете. Записали сюда, придумали пароль, повторили пароль и записали на листочек куда-нибудь. Нажимаете далее. Теперь нужно навести номер телефона, чтобы подтвердить регистрацию. Выслать код. Теперь мы ждем. Нажали на кнопку «Выслать код». Теперь мы ждем, пока придет нам сообщение. FixPrice у нас может быть заблокирован. Значит, если не приходит сообщение, значит вы заблокировали FixPrice, то есть их номер. Как это разблокировать? Так. Значит, нужно контактные данные зайти. Номер телефона. Настройки. Заблокированные номера. А здесь ищем FixPrice. FixPrice. Разблокируем. Не приходит смс. Выслать код повторно через 50 секунд. И высылаем код повторно, так как у нас был он заблокирован.
так как кто-то рассылает рассылку спам. Таких людей я буду вычислять и буду блокировать, банить. Предупреждаю сразу. Они думают то, что они заходят на стрим, то, что их не видно, не палятся, видно. А такие следы, такие люди обычно оставляют следы за собой. Они дизлайки ставят, а дизлайки видно. Кто поставил дизлайк? Сразу говорю, кто дизлайки будет ставить на канале, буду, не знаю, может быть, удалять, может быть, просто ограничивать в доступе к чату, а потом удалять буду совсем. То есть не нравится? Ну а зачем дизлайк ставишь? Удалять буду. Нафиг надо, ставь дальше. Ну, писать потом в комментариях ничего не сможешь. Комменты и чат будет недоступен. Выслать код повторно. Код нам приходит. 32305. Далее. Подтверждение кода. Почту вводим. Далее. Ссылку для подтверждения на почту. Отправили. Здесь прочитано. Теперь нам отправилась ссылку на почту. Переходим в Яндекс. Почта. Фикс прайс есть. Подтвердить адрес. Адрес электронной почты подтвержден. Закрываем. Все, мы зашли в мобильное приложение Фикс прайс. Профиль. Да, войти. Номер телефона или email. Номер телефона. Пароль. Не удается выйти ни первый логин или пароль. Странно. Введем почту. Войти. Странно. Забыл пароль. Введите номер телефона или email. Email вводим. Отправить пароль. На почту отправили. Переходим в почту. Яндекс Почта. Больше не приходит, странно. Фикс прайс. Профиль. Войти. Номер телефона, пароль. Неверный логин или пароль. Ясно. Почту вводим. То же самое. Может, регистрация еще не прошла. Подтвердить адрес. Адрес электронной почты подтвержден, что странно.
Адрес почты подтвержден. Но в приложении еще нету. Профиль. А зачем тебе ссылка, Настя? Войти. То же самое. Что мы делаем? Забыли пароль. Указываем почту. Отправить. Мы отправили письмо с временным паролем на адрес. Такой-то, такой-то. Закрыть. Вводим почту. Пароль должны предоставить. Но я его не вижу. Заходим в Яндекс, почта. Странно, но нету сообщения. Почта подтверждена. Странно то, что не выслали код. Вот, ребят, четвертый этап регистрации. Что здесь нужно? После того, как вы подтвердили свой адрес электронной почты, переходите в приложение для регистрации четвертого этапа. Четвертый этап – это фамилия, имя, отчество. Фамилия, имя, отчество вводите. Фамилия. Дата рождения. Адрес региона. Значит, московский. Область московская. Московский регион, населенный пункт. Железнодорожный. Завершить регистрацию. Вот наша карта зарегистрирована в приложении Fix Price. Неактивные баллы 0, активные баллы 0. Любимые категории. Здесь у нас две категории можно выбрать, на которые баллы будут больше зачисляться. Так вот штрих-код выглядит. Назад.
Неактивные баллы – это баллы начисления за недавно совершенные покупки. Неактивные баллы становятся активны через 2 недели после начисления. Активные баллы вы можете оплатить до 50% от стоимости покупки. 1 балл равен 1 рублю. Начисление баллов. При оплате покупки предъявите кассиру штрих-код приложения, и на ваш счет будет зачислены бонусные баллы в размере от 2 до 10% от суммы покупки. Списание баллов. Для списания баллов в счет оплаты покупки предъявите карту кассиру и сообщите о желании списать баллы. Настройки. Версия 1.7.2. Вот так вот производится регистрация. Подписывайтесь на канал, лайк, подписка, колокольчик. Оформляйте спонсорскую подписку на канал. Всем приятного просмотра. До скорого.